Shalom Avrim. Shalom Avrim. It's good to be back. Здравствуйте, друзья. And we hope and pray that мы рады снова быть с вами. Надеемся и молимся, что после нашей последней встречи, где мы говорили о любви Божьей, вы смогли ощутить немного этой любви в своей жизни и стали идти по этому пути и ощутили, что любовь Божья делает для вас, что любовь Божья сделала внутри вашего сердца. И мы здесь, на земле Израиля, на Божьей земле, посреди Божьего народа. Почему Бог избрал эту землю, почему Бог избрал этот народ, мы не знаем. Это Его суверенный выбор. Но Он его сделал, Он сделал его, призвав Авраама. Если помните, мы с вами уже говорили, что и нас однажды призвал Господь оставить все. Бог призвал Авраама покинуть дом отца его, его страну, и следовать за ним. И Авраам назван отцом веры, поверил услышанному от Бога и последовал за Богом. И это сделало его таким великим человеком, человеком по сердцу Божьему. Авраам был назван другом Бога, потому что он знал, как строить взаимоотношения с Богом. Мы знаем, что когда Господь сказал ему принести в жертву Исаака, его единственного и любимого сына, сына обетования, он послушался Бога, но в то же время он доверял Богу, что он найдет совершенное решение для этой ужасной и трудной ситуации. Он никогда не оставит его. Вера его была непоколебима, и послушание в то время, когда говорится сделать что-либо, принести в жертву сына, и вера, доверие Богу, которое может все сделать, найти решение, и по этой причине он стал называться другом Божьим. И Бог пообещал Аврааму потомков через Исаака и Иакова и дать им землю. И Бог избрал этих людей, отделил этих людей для своих целей, как сказал Ишуа, когда обращался к самаритянке у колодца, спасение от иудеев. Бог отделил этих людей, чтобы они были праведностью среди народов, избрал этих людей, чтобы дать закон для всего человечества, избрал этих людей для того, чтобы даровать шаббат, дать нечто особенное, уникальное, чего не было ни у одного народа в то время во всем мире, и дать миру Машиаха, Спасителя. И эти взаимоотношения продолжаются. У Бога есть особенная любовь по отношению к народу Израиля. В книге Иеремия мы можем прочитать в 31 главе, 3 стихе, «Любовью вечной я возлюбил тебя». Любовь Божия не знает перемен, отношение Бога не меняется. Он назвал Израиль своим первенцем. Когда он послал Моисея говорить с фараоном, то сказал ему, «Позволь Израилю, моему первенцу, выйти». И любовь Божия неизменна. Как говорится у пророка Малахии, Бог ненавидит развод, и те отношения, которые у него образуются с людьми, они подобны отношению семьи, первородные, его невеста. То, что мы читаем у Исаии, любовь, семейные чувства, которые у Бога к народу Израиля. И его любовь никогда не меняется. Никогда не меняется. В этом есть нечто особенное. Бог хочет, чтобы эти люди были другими в определенном смысле. Если мы посмотрим на историю Израиля, то увидим, как работает Божья рука, как Господь готовит нечто. И во всем, что мы знаем об истории, Слове Божьем, пророчествах и псалмах, мы видим Машиаха, Иешуа, пришедшего как еврея, человека, рожденного от еврейской женщины. И он жил в этой стране среди этих людей, как еврей, и умер на том кресте и был погребен, как еврей, и вернется он, как еврей. Он навсегда остается евреем, как человек, Иешуа неизменен вовеки. Хочу поделиться с вами тем, что заставит вас задуматься о разном отношении христиан к слову о народе Израиля.
Мы должны понять кое-что об уникальности этих людей. И, безусловно, истоки этой уникальности следует искать в следовании закону. Существует немало дискуссий и вопросов о следовании закону, следует ли его придерживаться сегодня или нет, для всех он людей или только для евреев. Некоторые вообще утверждают, что он больше не действует. Но мне кажется, нам стоит задуматься на мгновение, может, кто-то из богословов со мной и не согласится. Задумайтесь на мгновение о том, что говорит апостол Павел о законе, когда он говорит, что закон не спасает. Конечно же, это иллюзия, если человек считает, что с ним все в порядке будет лишь от того, что он исполняет закон. Просто невозможно исполнить все заповеди, так или иначе вы упретесь в необходимость благодати Божьей. Все мы грешники, мы все взбунтовались против Бога. Всегда найдется что-либо, за что мы будем в ответе, и только благая весть о спасении через благодать Божью, веру в Ишуа, веру в то, что Он для нас сделал, взял наши грехи и пригвоздил их ко Христу, заплатил несравнимую цену, только эта благодать Божья дарует спасение. Но, тем не менее, закон по-прежнему существует для определенной цели. Задумайтесь на минуту об истории исхода. Это одна из моих любимых историй, я ее очень люблю. Народ Израиля был в рабстве у египтян, как мы знаем. И это рабство во многом является прообразом того рабства, в котором находился и я сам до того, как я отдал свою жизнь Иешуа. Рабство у самих себя, у греха, смерти, без надежды и понимания, как из этого выбраться. Также и у народа Израиля не было идеи о том, как им выбраться из рабства Египта. У них не было сил для борьбы, ведь они были рабами. Египтяне представали перед ними слишком могущественными, они подавляли их, сокрушали их, вплоть до того, что убили всех младенцев мужеского пола, чтобы уничтожить этот народ. То же самое происходит и с рабством греха, который тянет прямиком в ад. И мы не знаем, как из этого выбраться. И Бог говорит Моисею, как вывести народ, инструктирует Моисея, говорит Моисею, естественно, людям надо было оставить свои дома. Но перед этим им нужно было принести в жертву ягненка, съесть его и окропить его кровью косяки и перекладиной дверей. И выход из этого рабства происходил через двери, окропленные кровью ягненка, агнца. И они были совершенно бессильны, других путей не было. Так и мы, евреи или язычники, совершенно бессильны, чтобы спасти себя. Мы не способны сделать это. Это невозможно. Мы не можем изменить свое собственное сердце. Мы не можем ничего сделать. Мы не можем сами прекратить это рабство. Единственный путь из него пролегает через кровь Иешуа, кровь Агнца. Через Его кровь, окропившую за нас крест, мы спасены от рабства и смертного греха. Это искупление. Искупление означает выкупить то, чем обладали, владели, сделать свободным. Когда мы говорим «Иешуа», «Да», мы обретаем свободу, мы свободны, искуплены. И что случилось с народом Израиля? Они вышли из дверей, окропленных кровью жертвы, и стали свободными. Они стали свободными людьми, больше они не рабы, но они оказываются в пустыне. Если мы задумаемся о том, что говорится в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 12 стихе, где говорится «тем, которые приняли Его, то есть Иешуа, дал власть быть чадами Божьими». О чем говорит Иоанн? О том, что уверовавшие в Иешуа получат искупление и спасение? Конечно, это тоже, но главное то, что мы вступаем во взаимоотношения с Отцом. Об этом говорится в параллельном месте Писания, в послании Римлянам, 8 главе, 15 стихе, где рав Шауль пишет,
Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываете «Авва, Отче». Мы вступаем во взаимоотношения с Богом как Отцом, и народ Израиля, когда они вышли в пустыню, были свободны, но у них не было ничего. Бог проявил к ним свое отцовство, как? Обеспечивая их. Не было еды, попросили еду, и Бог даровал им манну. Нет воды, вода хлынула из камня. Бог обеспечил это. Мы видим в Библии одежду, которую они носили, обувь, которую они носили. Бог обеспечивает и это им. Это то, что хороший отец делает для своих детей, обеспечивает своих детей. Так что взаимоотношения с Богом включают в себя то, что Он обеспечивает, как хороший, заботливый отец. И египтяне хотели убить их, и амаликитяне, и много различных врагов, но Бог защитил их. Хороший отец защищает своих детей. Но что их ждет дальше, в будущем? Они оставили все, оставили свои дома, вынуждены жить в палатках, но Бог дает обещание. «Я дам вам землю ханаанскую. Я дам вам обещанную землю, ту, что я обещал вашим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову». Он дает наследие, дает будущее. Это поразительно. Поразительно наблюдать за тем, как дьявол, когда искушает Иешуа, делает это теми же вещами. Он говорит: «Скажи камням стать хлебом». К чему бы это? Провизия. Поднимает на край храма и предлагает спрыгнуть вниз, чтобы ангелы спасли его. Что это? Защита. «Дам тебе все царства земли». Что означает это? Наследие, будущее. Это все то, что отец уже дал Иешуа. То, что Иешуа имеет уже в своих взаимоотношениях с отцом. То есть народ Израиля имел возможность ощутить Бога своим отцом, как и все мы, когда отдаем свою жизнь Иешуа, получаем искупление и спасение, а затем входим во взаимоотношения с Богом, как с отцом. Народ обретает эти два замечательных аспекта — свободу и взаимоотношения с Богом, как отцом. И только после этого Бог дает им закон. Не для того, чтобы их спасти или установить взаимоотношения с ними, это уже достигнуто, но Он дает им закон для освящения, чтобы соделать их другими, чтобы они отличались от народов того времени, от народов мира. Языческие народы мира времен Исхода были по-настоящему ужасны. Мы говорим о временах 2000-летий, назад, до Иешуа, и то, что происходило в те времена, так это прелюбодейство всех народов. Поклонение странным идолам и демонам, совершение жертвоприношений детей и подобные вещи. И Бог хотел, чтобы Его народ был особенным, подчиняясь закону. И закон по-прежнему остался. Иешуа говорит, что закон есть. Бог не менял закон. Он не пришел изменить закон, но исполнить закон. Так что, когда мы приходим к Иешуа, спасает нас не закон. Он не для того, чтобы установить взаимоотношения с Богом, как с Отцом. Но закон существует как указатель, для того, чтобы показать нам путь, сделать нас другими. И есть определенные заповеди, которым мы, безусловно, следуем, и делаем это не из страха, или ради выгоды, или собственного спасения, потому что закон не в силах нас спасти, но мы повинуемся из-за любви. Как говорится в Римлянам 6 главе, «От сердца стали послушны, более не из страха, не от долга, но из-за любви». Евреи остаются евреями, и закон дан евреям, чтобы соделать их другими. Если вы помните, в книге «Деяния апостолов» поднимается важный вопрос, следует ли обрезаться язычникам по закону. И в то время апостолы, старейшины, собрались в Иерусалиме, и они все были евреями, но, несмотря ни на что, постановили, что язычники могут оставаться как прежде. Им нет необходимости ради спасения становиться евреями, потому что спасение не от послушания закону, но от принятия Иешуа как Спасителя,
взаимоотношения с Богом Отцом строятся на любви, не на законе, но евреи остаются евреями. Нигде не сказано, что евреям не нужно более соблюдать закон. Это не касается их спасения, но соблюдение закона делает их особенными, другими, и это хорошо, ибо следование закону постоянно напоминает об этом отличии евреев, потому что Бог отделил их. Язычники есть язычники, и они не смешиваются друг с другом. Язычникам не следует вести себя как евреям, и евреям не следует себя вести как язычникам. Но, сосуществуя вместе, они могут обогатить одни другого, содействовать друг другу, устроять друг друга, преображаясь в нового человека, о котором пишет Павел. Об этом говорится в послании к Ефесянам, когда была разделяющая стена в храме в Иерусалиме, которая отделяла евреев от язычников. Евреи могли пройти в ту часть храма, куда язычники не допускались, к более близким взаимоотношениям с Богом, физическим ощущениям Его присутствия. И эта стена была упразднена Иешуа, и в Иешуа мы все стали едины. Но я считаю, что послушание — это хорошо. И это выстраивает еврейскую жизнь, подчеркивает те особенные взаимоотношения, которые есть с Богом Отцом. Так что мне видится, и я бы хотел рекомендовать всем, конечно же, в соответствии с совестью каждого, ведь мы знаем, что если делаем что-то не по вере, то это грех. Но если мы желаем это делать, да, почему нет? А если не делаем? Это тоже ничего не меняет. Спасение через Иешуа, а закон дан для освящения, для того, чтобы изменить нас, трансформировать нас, сформировать, придать дисциплину нашим жизням. Хорошо иметь дисциплину, хорошо быть в определенном соблюдении правил, хорошо выделять это особенное время. Кэтрин и я, мы любим праздновать в пятницу вечером в шаббат. И мы знаем, что это время мира, это время, в которое мы входим в мир Божий, входим в нечто отличное от всего, особенное. И мы поговорим еще с вами о шаббате, о том, как мы понимаем его и отмечаем. Надеемся увидеть вас вновь и поделиться с вами словом. Пусть Бог обильно благословит вас, как иудеев, так и язычников, в единой любви от Бога Отца, той любви, которую Иешуа разрушил стену, разделяющую нас, и соделал нас едиными в Нем. Да благословит вас Господь обильно. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv.